Вы были в открытом мире? Если нет, давайте я вас познакомлю. Пойдемте. Вот это у нас зал фитнеса. Здесь очень весело, здорово, но придется попотеть. Сейчас проходит интервальная тренировка. Это чередование силовой и аэробной нагрузки. И лучшего занятия для сжигания жира вам просто не найти. Силовой тренинг. Специальная тренировка для живота, бедер и ягодиц. Немного напрячься, и у вас отличная фигура. Занятие супертелом. Это авторская программа. Инструктор, кстати, после рождения ребенка очень быстро привела себя в форму. И теперь она делится своим успешным опытом. И на этом занятии грамотные и профессионально подобранные упражнения гарантируют вам уменьшение объемов тела и великолепный тонус мышц. А вот у нас зал йоги. Здесь особое настроение. Практика йоги развивает и тело, и ум, и душу. Позвоночник здоровый, суставы подвижные, внутренние органы в порядке. Светлым и ясным становится ум, и глаза начинают светиться особым цветом. А сейчас у нас будет чатуранга дандасана. Это кошмар для новичков. И такой настоящий вызов самому себе. Это одна из основных поз йоги, которая, скажем так, она активизирует вообще полностью все тело, работает все в чатуранге, поэтому ее приходится осваивать. Потом это даже приятно. У нас в студии проводятся классы по таким направлениям йоги, как йога 23, аштанга-виньяса-йога, хатха-йога. Также мы практикуем различные техники дыхания и медитации. Вот здесь у нас проходит сейчас класс пилатеса. Давайте мы посмотрим, что там происходит. Я думаю, интересно. На классе пилатеса вы можете сформировать прекрасную осанку, создать себе гармоничное крепкое тело и укрепить свой позвоночник. Теперь обратите внимание вот на эту стену. Здесь висят дипломы наших инструкторов. Посмотрите, Москва, Киев, Индия. Это говорит о том, что наши инструкторы постоянно обучаются, осваивают новые методики и совершенствуются. Наши инструкторы вот такие, самые классные. А еще у нас в студии очень уютно, а еще у нас в студии очень просторно, вкусно пахнет. И мы здоровые, и мы активные, с хорошим настроением. И самое главное, что мы профессионалы. Вот так.